К другим темам. В новых микрорайонах частной индивидуальной жилой застройки в Южном городке в Чеховцах в Лиде и в агрогородке Йотки в 2021 году можно будет присоединить дома к централизованной системе канализации. Это стало возможным благодаря прокладке в них основной магистральной сети канализации. Средства на проведение данных работ были выделены из областного и республиканского бюджетов. Сейчас в микрорайонах частной индивидуальной застройки ведутся работы по передаче проложенных канализационных труб на баланс Лидского жилищно-коммунального хозяйства. Оформлением документации по подведению канализационных труб к своим домам жители Южного городка Чеховцов и Йодок смогут в начале следующего года. В 2020 году были выделены бюджетные средства для реализации проектов по строительству сетей канализации в микрорайонах индивидуальной жилой застройки Чеховцы, Южный в городе Лида и микрорайон индивидуальной жилой застройки в агрогородке Йодки. А также были выделены средства для начала проектирования сетей канализации микрорайона Молодежный. Заказчиком строительства данных объектов выступили УКС Лидского располкома, а по микрорайону Южный – Лидская ГУБ ЖКХ. Таким образом, в текущем году было построено более 8 километров канализационных сетей. Строительство данных магистральных сетей дает возможность подключения в дальнейшем жилых домов всех прилегающих улиц за личные средства граждан. На сегодняшний день ведется ввод построенных магистральных сетей в эксплуатацию и передачу на баланс Лидского ГУБ ЖКХ. После ввода в эксплуатацию, ориентировочно начиная с января 2021 года, будет возможно оформление документации на подключение индивидуальных жилых домов к этим сетям, для чего владельцам жилых домов необходимо получить разрешение Лидского райисполкома на проектно-изыскательские и строительные работы, а затем обратиться за выдачей технических условий владельцу домов, которые сданы в эксплуатацию, должны будут обратиться в водоканал по улице Кадлеревского, 16, в кабинет 7. Те дома, которые не сданы в эксплуатацию, владельцы этих домов должны будут обратиться в Лидский райисполком в одно окно. При наличии решения Лидского райисполкома технические условия будут выданы в течение 7 дней. Убедительная просьба в связи с эпидемической ситуацией обращаться с заявлением и указанием паспортных данных владельца жилого дома за выдачей технических условий на официальный сайт Лидского ГУБ ЖКХ. Также информация о готовности объекта в эксплуатацию в начале выдачи технических условий по тому или иному объекту будет размещена также на официальном сайте Лидского ГУБ ЖКХ.